И здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы вместе с Андреем продолжаем наш летсплей. Модный летсплей. И, короче, говорю, что нам надо сделать две кирки. Мы сделаем две реалмитовые кирки. Я сделаю одну для себя, одну для Андрюхи. Реалмитовая кирка очень пригодится. Так. Ой, опять. Так, одну кирку реалмитовую я забрал себе. Вторую я для тебя я в сундуке оставил, короче. Донести не можешь, по-братски. А, ну ладно. А остальной реалмит в сундук пока. Так, ну пока что... О, давай скидывай. А слушай, а меч из реалмита можно делать? Можно. Четыре штучки осталось еще. Как раз на два меча, мне кажется. Предлагаешь по мечу сделать еще? Да. Давай по мечу сделаем. Из реалмита, кстати, можно еще офигенную броню сделать. Так, так, твой меч вон туда в угол я бросил. Сколько он наносит? Где? 6 урона, неплохо. А хотя... У меня сейчас 6 урона. Да, блин, почти такой же, как железный меч. Ничего, зато хотя бы новочка у нас есть с тобой. Да. Но кирка действительно это лучше, чем железная. Кстати, надо будет это здесь расчищать участок дальше. Так, я возьму это железо и сделаю из него топорик новый. Потому что этому топорику сейчас... Ой, неправильно дело. Кирдык уже скоро придет. Мне потом тоже топоров надо будет сделать. Так, палки сначала надо. Блин, так, одна кирка сломалась. Я пока каменный использую, я пока не использую эту кирку новую. Надо доломать старое. Опа, уголь нашел я. Я какой-то... Кусок такой лес прям. А ты сейчас что там строишь уже? Я ничего не строю, я тут топорик и лопату новую сделал из железа. Mm-hmm. Поможешь мне эту гору разобрать? Ой, сейчас, подожди. Надо что-то выбросить. Надо увеличить немного места в сундуке. Вот таким образом. Гнилая плоть, вообще выбросил бы я ее, если честно. А, вот тыквы. Тыквы кладу сюда. Опа, опять лопата кончилась. Сильно. Можешь лопату по-братски сделать? У меня опять лопата кончилась. Ладно, я ту, которую сделал, тебе сейчас дам, а себе еще другую сделаю, еще одну. Лопаты, блин, как расходный материал уже пошли. Надо будет еще потом лопату делать. А, еще палки надо. Нормально. Ну ты, если что, из дуба можешь делать из темного их. Я дуба накопал тогда темного побольше. Только бери по половине того количества, которое есть в ячейке, чтобы потом дуб опять туда закладывать. Я пока дуб складываю, потому что скоро сундуков надо будет много делать. Так, 44 факела я еще себе беру. Что там, железо еще не сплавилось, все? Ну там плавится, там много, там железа, там много. А, ну да. 36 штук еще там. В печке находится. Так, ну а теперь я, пожалуй, продолжу искать хвойные деревья. А, ты пошел дальше в лес? Да. И на этот раз пойду в другую сторону. Может, там найдется что. А я вот пока здесь разравниваю площадку нам. Честно, я пока не знаю, что здесь можно будет на этой площадке все сделать, но надо, чтобы ровненько было здесь. Один фиг земля, зато есть у нас. Ну и что там? Как ну, походик? Ну, то я только начал. Чё ж спрашиваешь, ты так быстро? Ну, может, что-нибудь уже нашел интересного? Пока только дубы одни.
И обычные, и темные. О, ничего, это кусок земли. Можно разобрать. О, тут цветы, из них красители разные можно делать будет. Так, что-то тут я вижу. Тут какие-то высохшие деревья. С красной листвой, я имею в виду. О, это еще что такое? А, это какой-то... Тут какие-то, тут, короче, красные деревья какие-то, только это тоже дуб, все, к сожалению. Это типа болото, короче, здесь. И тут опять конец острова. А, нет, это не конец острова. Это просто вода такая длинная. И вот где-то там, я чую, могут быть хвойные деревья. Надо туда дальше пройти. Ух ты, 43 дерева уже есть, это потрясающе. Ой, это железо. Блин, скорее бы уже это железо сплавилось, мне надо. А это что за дерево золотое? У него древесина какая-то не такая, надо подойти собрать его. Это что за бархатные тяги? Блин. Сейчас. Вот с одной стороны, как-то лень печку еще одну крафтить, чтобы плавить. С другой стороны, как-то вот, блин, ну надо уже еще одну делать печку. Ну как-то влом очень сильно. Ладно, пока поживем так. Блин, это дерево что-то глубоковато находится. Высоковато, точнее. Ой, блин. Глубоко или высоко? Высоковато, немного. А что там такого? Нефть, что ли, там вдалеке еще одна. Да я пытаюсь к золотому дереву к этому подобраться и выяснить, что это за древесина такая. Интересно. Интересно. Трикопитатор на нем действует, это хорошо. Трикопитатор. Итак, что это у нас? Божественная древесина. Интересно. Из нее можно сделать божественные доски. Звучит как-то по-христиански. Зеленоватая такая древесина, короче. Салатового цвета такого. Не знаю, насколько сильно она нам пригодится. У тебя земелька есть еще, нет? С собой 3 штучки всего. Так что этого. Но мне такая что древесина не нужна, мне ель надо. А у меня вот осталось 1,5 стака всего лишь. Земли заколебало уже. Ее накапываешь, и она махом уходит. Опять я пещеру нашел и чувствую, я опять остановлюсь на ней, блин. Да ты дойди уже, блин, до леса. До леса тут какие-то можешь, страшные звуки я слышу в этой пещере. Опять земля кончилась, вроде ничего не построился. Тупик, здесь ничего нет. Боже, как сложно это было. Здесь лужайка пусть будет. Опа. Ладно. Тут, короче, какой-то проход вниз. Так, здесь я хочу себе хату еще построить, на самом деле. Мне небольшую тоже. Так, я вот что сделаю. Еще одну метку тут поставлю. Пещера 3. 8. Да. Оу! Ну, с 8 это ты перегнул еще пока. Еда, Макс, еда. Оставлю тут метку и пока все-таки в лес дальше пойду. А то этот дом я никогда, блин, не дострою, блин, себе. По Зенду достроить нужно. У нас один препод шутил, знаешь, что будет, если отправить буровика на необитаемый остров? Он там Фазенду себе разобьет и баньку поставит. Да. Так, тут еще одна часть пещеры, и в нее лава идет. Ух ты, нифига ж себе, это еще что такое? А это как вообще работает? Почему вода не спускается туда? О, вода это затушила частично лаву. И тут эндермен, блин. С эндерменом шутки плохи, лучше уходить отсюда. Ой, да подумаешь, он тебе ничего не сделает почти, если ты его не будешь мучить. Если я на него посмотрю, он нападет на меня. Ну подумаешь, один раз не больно.
А бьется-то он очень-очень больно, и у меня нету брони совсем. Ой, подумай, Так, там что-то раз. светится, я подозреваю, что это опять лава. А у тебя нету ведра случайно? Ведра нету. Жалко. Здесь лава, здесь тоже, я так понимаю, лава. Да, тут очень много лавы. Хотя у меня есть лавовое озеро где-то рядом тут. Да что ж такое, одни дубы вокруг. Одни дубы. Так, еще одно божественное дерево. Ну, у меня с собой переносная кровать имеется. Так, погоди, я сначала засею здесь. Блин, кончилась мотыга. Кончилась мотыга. А, это ты поле чудес? Ничего себе, что это за достижение такое, поле чудес? Не знаю, Якубович одобрит. Да. Якубович до сих пор ведет поле чудес и не хочет из него вроде как даже уходить пока. Ой, у меня еды-то на исходе уже. Ой, не еды, а это запас голода. Шкала это. Давай поспим. Сейчас, подожди, я тут тростник все высажу. Давай, пожалуйста, побыстрее. Сейчас я тростник все высадил. Все, я бегу домой. Я пока могу, я выращиваю еду. Все, сплю. Я тоже. Да. Ой, горящие скелеты тут. О, жареные косточки. Уф. Так, надо мотыгу взять. Это что за деревья? А, это березы. Вот это... Ура, неужели, блин, кончилось? Земля темная. Блин, я же хотел здесь скрафтить эту. Мотыгу хотел скрафтить. А ты не помнишь, как мотыга делается случайно? Из двух желез и двух палок. А, все, нашел. Да я из камня делаю, чтобы ее, блин... Я же ее трачу очень быстро, мне что. Пока мне срать. Корова. Коровка. И впервые я убиваю корову. Сейчас лопата поди, кончится в самый... Блин, кончился в самый неподходящий момент. Как в воду глядел? Спруты мне не нужны. Разве что из них черный, черный краситель сделать можно. А так они вот здесь не нужны мне, они страшные и вообще. Меня огород. Ой, я деревню нашел. Я нашел деревню. О, круто. А еще я нашел здоровенную пещеру. Меня позовешь в деревню? В эту. Так, я не буду отдельно точку на пещеру ставить, она же рядом с деревней прям находится. Поставлю точку. Сейчас я, погоди. Все, жду, когда меня ты прошнишь. Так. Так. Деревня 2. Эпнишь? На 2. Я сначала метку поставлю. Ну ладно. А чё ты не можешь тпшнуться? Просто напиши ТП Максимадзе. Ай. ТП. Обалдеть, сколько меток я уже вижу перед собой. О, я серьезно, я верно все делал, оба. Свекла тут растет. О, морковка. Морковка пригодится. Пришли грабители, мы грабим тут жителей. У меня весь инвентарь забит, надо освободить немного для морковки. Так. А тут кузница, где мне надо кузница? О, а тут еще дом из сена есть. Оба! Пустой дом. Наши. Морковка. Это пустые собрана. Все. Эти домики, блин, все пустые. Здесь... Слушай, сколько здесь, блин, это грядок-то? Так, где кузница? Кузницу не наблюдаю что-то. Я тоже что-то не наблюдаю. Я вижу дом, и я так понимаю, это пустой дом. Пустой, да. Опа, зомби где-то я слышу. А, вон он. Давай, в ПВЕ сыграем, давай, иди сюда. Как он тут живет? Тут же землей все
Все в земле. Ах ты, блин! Опыт мой стырил. Книжечки заберу, пожалуй. Кстати, книжки, да, забирать, потому что зачаровали. Зачаровали надо будет нам. Картошка. На базу нафиг. Яйцо не надо. Пустые грядки. А, это, наверное, ты собрал. Да. Я разоряю деревню. Грамотно, но аккуратно. А вот кузнец тут, по-моему, нету. Да, кузнеца и нету, походу, здесь. Свекла, свекла, свекла. Она нам надо очень. Все. Красота. Так, пойду-ка в... Да, в лес, наверное. Березы порубить чуть-чуть бы. Так, посмотрим, что в этом синовом доме. А тут уже... Кирпичи тащи. Кирпичи, да, ты прав. Оттуда, кирпичи оттуда тащи быстро к нам. Вот, береза нам нужна. Сейчас пока займемся березой. Блин, да с березой весь еще. Весь нафиг забитый. Паучий глаз, зачем он мне нужен? И дверь не нужна мне. Блин, а ты где? Я тебя не могу найти. Я в этом синовом доме. Блин, найти бы сейчас бы... Так, залезу получше, чтобы примерно сориентироваться. Блин, да с какой же ты стороны то есть? А, вон все нашел. Так, мне надо снова шанс этот убить этого чела и заполучить его скин. Хочу я. А, вот. А то в прошлый раз ты опередил меня с ним. Пим, 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 пим. Все. Скин, его душа в моих руках. Кирпичи очень пригодятся нам. Молодцы мы с тобой, зашли в гости к мужику и убили его. У тебя кирпич это, мимо пропустил, Макс. Кирпич забыл. А, да. Зачем он не собрался-то? Кстати, это, все из инвентаря, отдай мне все это сено, которое ты забрал. Сено? У меня нету сена, у меня инвентарь забит. А, вон как. Так что забирай. Блин, себе. Шерсть еще эта белая, блин, мне в инвентарь попала на какой-то пень. Короче, саженец дуба я выброшу, ну его нафиг. Так, еще божественное дерево. Так, что бы выбросить из ненужного такого? Блин, семян 64 штуки выброшу нафиг. Мне не надо столько семян. И шерсти мне тоже бы не надо было бы, знаете. Эх, где же еловые деревья, а? Так, тыква. Божественный саженец. Ну пусть будет на всякий случай. Так, топорик почти раздолбанный, наверное, я выброшу. Которому уже недолго осталось, пусть, короче, валяется на земле. Так, красные деревья, это опять дуб. Да что ж ты будешь делать, а? Где ель? Где-то далеко. Далеко. В теплых краях. В степях. В пшеничных полях. Тупо иду прямо, короче, надеюсь, что где-то тут. От чего сейчас свинья умерла? Не знаю. Тут на моих глазах только что умерла свинья. А, волк. Злой волк убивает их. Ну его нафиг, короче, сейчас, а то вдруг еще меня убьет. Пеппа. Озверевший волк убивает их. О, еще одна деревня. Я еще одну деревню нашел, и она, по-моему, даже больше, чем та предыдущая. Сейчас я немного здесь дособеру сено, и меня позови туда. Вот это пошнись ко мне просто, и все. И тут так, книжки сам, во-первых, я собираю. А мы чарами будем же заниматься, да? Потом, может быть.
Блин, все Кузнечный, снять, что-то я пока опять не вижу здесь. Ну вот грядок тут немало. А, вот кузнечная. Есть кузнечная здесь. С самого начала я не увидел ее. Ух ты, золотишко тут есть. Две штучки. Есть хлебушек, есть броня. Броню я прямо сейчас одену, пожалуй. Отойдите от меня. Вот золотая конская броня, можешь взять, если хочешь. У нас лошади нету. Блин. А ну да, кстати, да. Взять можно еще. Тупо прямо иду, надеюсь на то, что лес с еловой найдется. Офигеть, я научился писать по-английски слово деревня. Village. Да. По-английски деревня. Yes, мой друг. Я тогда тоже типа могу проходить. Тут похожу, поищу что-нибудь. Так, опять лес и опять это дубы. Так, напомни, что нам надо? Мне еловые деревья нужны. А я пока ни одного еще не встретил. Кстати, темнеет уже опять. Да. А это еще что такое? Обалдеть, тут нефти сколько. Тут все в нефти, блин. Тут и целая ну, это... Ну, явно столько не понадобится. Тут целая башня из этой нефти. Так, я, короче, в дом тэпаюсь. Неохота туда, так. Если честно. Да, да, надо а поспать. Почему у меня... А почему у меня только одна метка сохранилась? Давай поспим, пожалуйста. А как я домой-то тэпнусь? У меня нет метки дома. У меня же были метки. Куда они делись-то? Блин, придется... Я понял. Ладно. Я ставлю метку сюда, чтобы вернуться потом сюда. А у тебя есть метка дома? Есть. У меня все метки. ТПшнись. А теперь ТПшкайся ко мне. Сейчас я погоню, паука грохну, погоню нитки с ним. Только не сдохни, пожалуйста. Погоди, мне нужны нитки. И погоди, почему ты не закрыл нитки. Дверь за собой, а? В доме. Чего даже... А, это камень ты плавишь. Да, это... ТП-шни мне... А, ладно. Сам ТП-шкайся. Давай. Сам попробую. Просто нажимаешь Т и стрелочкой вверх последней командой листаешь. А, вон как. На этот камушек просто плавлю. Блин, надо опять метки. О, блин, сколько меток-то находил, я все просрал, получается. А ты точно их поставил? Вдруг ты там случайно отмена нажал, а не подтвердить? У меня тут... Нет, я их ставил, у меня тут случалось такое. Видимо, из-за того, что мы моды туда-сюда перетаскивали, видимо... Видимо, вот так произошло. Так, ладно, продолжаем идти дальше. Так. Надо сейчас все ненужное. Ой, вот здесь очень много камня. Каменные горы здесь у нас. Пошли. Камни добывай лучше, пожалуйста. Не знаю, мне пока хочется. О, черная лава. Или как она там называется? Смола, по-моему. Какая-то там смола. Раскаленная или горячая, не помню. Блин, вот надо пол заканчивать скорее. О, я ель нашел! Я нашел ель, наконец-то.
А с нее я соберу саженцы и буду выращивать ели у нас на участке. Наконец-то. Да, я ей нашел ели на каменных горах. И тут она не одна, кстати. Наконец-то. Поиски увенчались успехом. Не зря я сюда шел. И рад тут, за тебя. Снежочек есть. Ну, можешь снега еще притащить. О, давай снежных гольмов сделаем. А чем они нам пом... чем они помогут нам? Да фиг, не шучу. Мне кажется, вреда от них будет только больше, чем польза. Они тупо снег разложат на участке. Ну да, логично, в принципе. Так, вот саженцы ели мне очень нужны. Сколько уже я серию снимаем? 25 минут. Ого. Минут 5 еще где-то. Так, кирпичи-то ты выложил, нет, сюда? Нет, они у меня с собой. Забыл я их выложить. Ну, ладно, просто говорю. Ладно, приду. И выложу. Так, надо... Так, только еще ели немного соберу. Я мне надо... мне ели-то много понадобится. Пол, еще чтобы пол из него сделать. Из ели. Так. Восьмиклассница. Опа. И тут опять очень много угля. Опа. 28 сундуков всего лишь сейчас создал. Обалдеть. Это для склада, я так понимаю, все? Да. Молодец. А куда же еще? Так нам же потом Iron Chest из них делать. Это, блин, это... Понимаешь, сколько сундуков нам? А еще воронки надо будет под карьер делать. А, точно, да. Это еще, блин, знаете ли, я экономлю очень жестко. Экономика должна быть экономной. Ладно, я думаю, пока ели хватит. Да тут много ели вообще. О, тут дальше, если еловый пошел. Еловый. Еловый. Надо еловый. Поставить метку. 44 еловый. Штуки, я думаю, нам хватит. А эту метку удалим. И тпшнусь в хом. Хоуми. Так, сначала я выложу некоторые предметы в сундук. А, 336 называется. Божественную древесину я выложу. Божественный саженец тоже. Это книжки сюда. Гранит. Вот, кирпичи я сюда положу. Так, саженцы еловые. Ну и пока что, наверное, нету. Ну и пока что все, наверное. Так, а, еще золото. Вот. Ну вот, и на этом, я думаю, пора серию заканчивать. Так, это вот так, это вот так, это вот так. И еще блоки. Надо, короче, уже это расставлять. Скоро будут сундуки уже там, я считаю. Надо. Двери я сделаю... Ой, это... Двери я сделаю другие. Так, сейчас я заложу пол и закончим серию. Так, у меня опять древесина кончилась. Я пока основания сундуков выставляю, сколько и где такие будут. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, так, этот вот. Стак закончился. Во, балдеж, шикарный отход. Хотя, блин, я просчитался чуть-чуть, хотя хрен с ним. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 двойных сундуков, 30. 30 на 3, 90 штук надо. Это только возле стенок надо. 90 штук, прикинь. Обалдеть. 9 на 18, 720 древесины надо собрать всего суммарно. У меня только есть как раз таки. А я пока... растяну, сколько досок у нас имеется.
Потому что нам надо сейчас будет делать много сундуков. Это будет жесть. Так, отлично. Двери. Ой, это доски заложены. Пол в полу. Теперь я хочу из этих досок еще сделать двери. Три надо штуки. Как раз таки три получаются. И вот три мне и нужно. Ой, а зачем я положил туда дрова? Опа, и еще один камушек надо. Сколько предлагаю... пока хватает мне? Так, предлагаю расширить сундук. Этот. Да, Iron Chest, да? Но пока нет. А двойного. Слушай, как Iron Chest крафтить? Я что-то не знаю. Ну, надо это. Обложить железом обычный сундук, а получится железный сундук. Оба, идея. А золото можно так же сделать? Да. А у нас нет столько золота. Но чтобы золотой сундук сделать, надо железный сундук за золотом обложить. Я тогда возьму, пожалуй, да, немножко железа. Полстака, да. Попробуйте-то. Блин, опять... и ничего не происходит. Нужно. Ой, дерево. А как его вкладывать, в какой последовательности-то? Посередине сундук... И вокруг него 8. Я нашел. Двери тут оставлю пока. Я, короче, из обычных сундуков делаю такие. Пока что. У нас есть 5 железных сундуков. А, они не стакаются, блин. Они не стакаются, и обычные сундуки. А обычные сундуки стакаются? А я, короче, это тогда на складе пойду сундуки менять сейчас. Ну, такие железные. Нам их хватит в один слой, я думаю, даже. Так, отлично. Теперь стеклянные панели мне нужны. По-моему. Хотя, не знаю, можно пока... Не, наверное, деревянные я оставлю на складе, а железные у нас на карьер пойдут, чтобы ресурсы туда складывать. Да, все. Здесь я просто планировку поменяю сейчас. Блин, я видел, как у многих это блогеров по Майнкрафту, блин, так сундуки стоят торцом, и они вешают картинки, это очень классно выглядит, на самом деле. Ой, блин, не туда поставил стекло. Жаль, его нельзя собрать, только сломать можно. Так, у меня сломался топор. Ну что ж, я тебя поздравляю. У меня еще один каменный топор есть. Так, надо много-много-много дерева теперь будет добывать опять идти. Итак, кто пойдет добывать дерево только? Я, блин, думал, хватит, оказывается, не хватило. А чё? Блин, и здесь нельзя через блок. Здесь тоже через блок, что ли, придется ставить. Блин, их через блок тоже можно только ставить. Здесь это нахрен. Здесь похрену, да, походу, типа. Так. А, ой, туда. Отлично, стекла заложены. Можно, наверное, серию заканчивать. Неплохо продолжили строительство дома. Давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вас, Господь, подписывайся. Если у нас эпичный видос, подписывайтесь на стримерский канал, логовый канал. Вспоминайте в ВКонтакте и всем пока.